В Самаре стартовало сезонное благоустройство дворовых территорий. Как преображают дворы в промышленном районе областной столицы? В промышленном районе у нас в этом году запланировано к благоустройству 6 дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда», 5 дворовых территорий по программе «Инициативное бюджетирование» и 8 дворовых территорий по программе «Содействие». Каким работам отдают предпочтение сами жители многоквартирных домов и всегда ли учитывается их мнение? У нас еще прибавится одна парковка, машину надо ставить куда-то, поэтому, конечно, очень хорошо будет у нас во дворе теперь. Насколько необходимы обучающие семинары проекта «Мой дом» и какова их роль в благоустройстве городских дворов? Очень живой проект, очень помогает и очень пользуется большим спросом. Своим опытом работы делится глава промышленного района Самары Данил Морозов. Смотрите программу «Совет моего дома» 26 июня в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».